Тверском областном суде вынесен приговор жителю Ржева 41-летнему Алексею Тимофееву, обвиняемого в незаконном обороте психотропных и ядовитых веществ. Органами подведомственного следствия установлено, что в марте 2019 года подсудимый из корыстных побуждений приобрел у неустановленного следствия лица, находящегося на территории Республики Украина, прекурсор наркотического средства массой 1,2 грамма, что относится к особо крупному размеру, а также ядовитое вещество нертат ртути массой 28,6 грамма, которое незаконно переместил через таможенную границу таможенного союза на территорию Российской Федерации путем пересылки в международной почте. Контрабандный канал поставок в регион прекурсоров для изготовления синтетических наркотических средств пресечен сотрудниками ФСБ России по Тверской области. В преступной схеме использовался канал почтовых отправлений. Подозреваемый задержан в июне 2019 года. Из незаконного оборота изъято более 1 килограмма ингредиентов для изготовления амфетамина. Вы согласны с предъявленными обвинениями? Нет. И не признаете себя виновным? Частично признаю виновным. А в чем вы признаете себя виновным? В заказе сильнодействующих препаратов, анаболиков, стероидов анаболических. Для занятий спортом. Уголовное дело расследовалось в МВД России по Тверской области. Тверским областным судом вынесен обвинительный приговор. Тимофееву назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. У ФСБ России по Тверской области пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации межрегионального канала поставок наркотического средства «Героин». В результате оперативно-розыскных мероприятий с поличным в момент изъятия из тайника расфасованного наркотика для его последующего сбыта в регионе задержан житель Тверской области 97-го года рождения. Из незаконного оборота изъято 700 граммов героина – рыночной стоимостью более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к функционированию канала, продолжается.